Эфир «Хабар-24» продолжает новости. В студии Гульнара Жандагулова. Касым-Жомарт Токаев провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску Мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов, сообщается на сайте Акорды. Президент отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов. Во время консультации выступили председатель Сената Маулена Шимбаев, председатель Мажилиса Эрлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов. По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных предложений. В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним, в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты. Сенаторы вернули в Мажилис закон о цифровых активах. По их мнению, ряд статей требуют доработки. К примеру, в законе следует исключить нормы о рекламе цифрового майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах сегодня зарегистрированы более 1 000 000 казахстанцев, участвующих в торгах криптовалют. Причем все операции проходят вне правового поля, то есть реальные доходы цифровых майнеров казахстанские налоговики выяснить не могут. Новые нормы обяжут майнеров работать только на аккредитованных майнинговых пулах, следовательно, платить налоги. Кроме того, со следующего года половину доходов они обязаны реализовывать на биржах МФЦА. Сейчас в экосистеме финансового центра зарегистрировано 8 криптобирж, еще 19 намерены пройти регистрацию. Новый закон позволит мониторить все процессы в сфере майнинга. Определить четкие критерии для того, чтобы данный вид деятельности, будем так говорить, легализовать у нас в Казахстане, для того, чтобы были осуществлены дополнительные поступления в республиканские местные бюджеты. Второй вопрос очень важный для того, чтобы еще раз, значит, кто работает в данной сфере, будет получать электроэнергию в случае профицита. Вторая позиция, они имеют право получать электроэнергию с возобновляемых источников. Подробнее тему цифровых активов в Казахстане сегодня обсудят в программе «Дневная смена». Мой коллега Каиржан Смагулов вместе с экспертами выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем. Последствия очередной аварии устраняют на ТЭЦ города Ридера в Восточном Казахстане. Из-за возгорания на цехе топливоподачи станция теряет мощности. В Ридере вновь создан оперативный штаб под руководством главы региона. Представители коммунальных служб и подрядных организаций экстренно восстанавливают угольный конвейер. Закончить ремонт оборудования планируют в ближайшие 3 дня. Пока же ТЭЦ перевели на мазутное топливо. Вячеслав Итлугин с подробностями. Накануне ночью ридерская ТЭЦ загорелась. Пожар произошел в цехе подачи топлива. Пламя удалось локализовать без остановки станции, чтобы не разморозить систему. Однако мощности теплосети пришлось снизить. Ветродуйка купили в этом году. За полчаса дверь закрываем, включаем, обогреваемся, потому что маленький ребенок. Горожане предусмотрительно утепляют дома и квартиры. Здесь вот угол тоже промерзший, видно прекрасно, его подкладываю, чтобы не бежала вода. Несмотря на очередную аварию, станция не остановлена. Конвейер подачи угля ремонтируется. ТЭЦ переведена на мазутное топливо, которого должно хватить на 5 дней, заявил глава региона Даниил Ахметов. Безусловно, сейчас жителей Ридера беспокоит состояние. Могу их успокоить. Все 4 котла в рабочем состоянии. Поменялся вид топлива. Мы в состоянии обеспечить город теплом. По данным оперативного штаба, в Ридер уже везут 920 тонн мазута. Параллельно к запуску готовят 5-й котел. Мы выйдем на 5-котельный режим работы станции. И в ближайшие 2-3 суток будем восстанавливать теплоснабжение города. Ридер ТЭЦ продолжает работу на 4 котлах. Всего же их 6. С запуском 5-го котла агрегата энергетики рассчитывают нарастить оптимальные мощности станции, чтобы в многоэтажках Ридера наконец потеплело.
По данным Акима Риддера, сейчас горожане недополучают порядка 10-15 градусов тепла в квартиры. По домовым сетям мы видим, что на сегодняшний день все-таки идет не допоставка тепловой энергии до населения. Та подача, которая производится, она, к сожалению, не достигает необходимого графика. По расчетам энергетиков, полное восстановление Риддер ТЭЦ обойдется собственникам как минимум в 8 миллиардов тенге. Задолжала частная энергокомпания из-за доставки угля. Кроме того, не выплачена задолженность в 3 миллиарда тенге ремонтным организациям. Учитывая плачевную ситуацию предприятия, первые руководители области вновь настаивают на передаче проблемной ТЭЦ в государственную собственность. На кону теплоснабжение 22 тысяч горожан. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Представители Минэкологии не пускали на территорию, чтобы проверить соблюдение экологических норм на ArcelorMittal Темиртау. Об этом заявила сегодня министр экологии Зульфия Сулейменова. В прошлом году, по ее словам, зафиксировано 4 таких случая. Приходилось составлять протоколы и направлять их в суд. К тому же компания добивалась увеличения лимитов на вредные выбросы. По словам Сулейменовой, сейчас предприятие на особом контроле. Там проведут эко-аудит, а для оценки нанесенного ущерба привлекут международных экспертов. То есть, когда мы говорим об экологическом аудите, у нас есть понятие, это нанесенный экологический ущерб. То есть, нам необходимо понять, вот та деятельность, которой занималось предприятие на протяжении очень долгих лет, какой ущерб она нанесло. Допустим, деградация земель, загрязнение почвы, захламление и так далее. Какое нынешнее состояние технологическое. Казахстан и Азербайджан совместными усилиями стремятся увеличить возможности транскаспийского международного транспортного маршрута. Каждая из стран планирует реализовывать проекты по расширению пропускных способностей своих транзитных инфраструктур. О перспективах развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики в сюжете нашего специального корреспондента из Баку. Переориентация экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту является на сегодняшний день одной из главных тем для обсуждения. Актуальность этого маршрута растет ежедневно. За прошлый год экспорт казахстанских продуктов по нему вырос в 6,5 раз. Перевалка грузов по данному коридору в целом возросла на 41%. Эксперты отмечают, что это связано с экспортом казахстанской нефти через Азербайджан. У Казахстана есть свои потребности в реализации собственной продукции на мировой рынок. И эта тема активно обсуждалась в самом Казахстане. Нынешние условия создали благоприятную атмосферу для того, чтобы Азербайджан и Казахстан как в двустороннем формате, так и в многостороннем, особенно с участием Грузии и Турции, проводили бы вот единую политику по расширению возможностей транскаспийского транспортного, международного транспортного коридора. При этом эксперты считают, что уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Увеличится как стоимость поставки, так и период ожидания. Поэтому заинтересованные стороны настроены расширить пропускные возможности своих логистических инфраструктур. Основная цель – это упростить бюрократические процедуры, которые являются, естественным препятствием для реализации транспортно-логистических проектов и совместными усилиями реализовывать инвестиционные проекты по расширению возможностей и терминалов, и портовой инфраструктуры на Каспийском море, как в Казахстане, так и в Азербайджане. Стороны уже перешли к активным действиям. Азербайджан готов вложить 100 миллионов долларов на увеличение пропускных возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн в год. Кроме того, ожидается, что потенциал Бакинского порта вырастет с 15 до 25 миллионов тонн. Казахстан также намерен расширить Каспийскую флотилию по перевозке нефтяной продукции и грузов. Эксперты уверены, что совместные действия в этом направлении в скором времени увеличат значимость транскаспийского маршрута, который станет одним из самых безопасных в мировой транзитной сети. Зауреш Думанқызы, Айгюн Гасан, Хабар 24, Баку, Азербайджан.
И в завершение срочная новость. Глава государства подписал указ о роспуске Мажилиса парламента 7-го созыва и назначении внеочередных выборов депутатов. Они пройдут 19 марта этого года. Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов, а правительству и акимам принять меры по их организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению. Указ вводится в действие со дня опубликования. И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания.